Проблема, диплома, клима, эмблема, пианета, схема, система, поэма, тема, теорема. Что же общего у этих итальянских слов? Дело в том, что это слова-исключения, имеющие греческое происхождение. Эти слова имеют мужской род, но в единственном числе они заканчиваются на «а». Хотя во множественном числе имеют вполне стандартное окончание для мужского рода «и». Запоминаем. Иль проблема и проблемы, иль диплома и дипломы, иль клима и климе, лемблема ли эмблемы, иль пианета и пианеты, ло схема ли схеме, иль система и системе, иль поэма и поэме, иль тема и теме, иль теорема и теореме. Больше об этом ты узнаешь в премиум-аккаунте по изучению итальянского. Пиши мне прямо в WhatsApp в шапке описания профиля.